Всем привет, народ, с вами Варчик. В этом видео хочу с вами поговорить про новую польскую ветку. И это ветка такая вот разнотипных танков, начиная с ЛТ, потом СТ, ну и в самом верху на высоких левелах тяжи. И честно вам скажу, что вся ветка на самом деле удалась хреновато, потому что на низких левелах не до СТ, не до ЛТ. Они не могут ни в танкование, они не могут ни в передвижение по картам, ездят и танкуют вообще никак, и остается только стоять и кемперить, а пушки у них косые и пробитие плоховатенько. Поэтому честно скажу, что до 8 уровня танки вообще отвратительные. 7 уровень может быть некоторым понравится, но он, честно говоря, ну тоже он не особо едет и не особо-то и не танкует. Единственное, что у него есть альфа и пробитие, больше нету ничего. Честно говоря, я не знаю, как ее качать просто без всяких там плюшек, без всяких бустеров. Это просто жесть. Если подкинуть свободки под всякими резервами и всем остальным, то прокачать, в принципе, можно и забыть. Но люди, которые даже если хотя бы без прем-аккаунта будут качать, я вам не завидую. Это ужасная ветка, просто фу. Но 8 уровень – это реально офигенная тачка. И как обычно, куча кактусов на дороге к хорошему офигенному танку. Это все время как назло делается в каждой ветке, блин. Только в каждой ветке вроде более-менее все сбалансированное, там 1-2 имбы и один кактус. Здесь пол ветки кактусов и на 8 уровне хороший танк. Что там на 9-10 уровне, я пока не знаю, потому что я их еще не выкачал. Сегодня я наигрался просто вдоволь на восьмерке. У нее УВН 8 градусов, пушка опускается в принципе очень хорошо. Корпус танкует плоховастенько, но иногда в принципе одноклассников не на голде может 50 на 50 отбивать. Как повезет. В принципе, с моим везением можно вообще весь бой не танковать, а иногда весь бой танковать. Ну, это ВБР. Поэтому корпус лучше вообще не показывать. От бортика под острым углом можно слегка ловить рикошетики, но лучше сильно не выставлять, поскольку брони там не сильно-то и много. Но можно, в принципе, от борта поиграть против одноклассников там каких-нибудь. Брони, в принципе, достаточно. Я бы назвал этот танк тяжелый танк поддержки для статистов. Он им очень сильно понравится, особенно тем, которым нравятся средние танки. Как ни странно, это вроде бы тяж, я бы этот танк назвал так. Тело тяжелого танка с душой среднего. У него очень хорошо опускается пушка, стабилизация вообще там сравнима какому-нибудь объекту 140. Я, конечно, немножко перегибаю палку, но все равно стабилизация просто офигенная. Также тут еще скорострельность и ДПМ неплохие, и можно разогнаться спокойно до 2500 среднего урона в минуту. С альфой 420, пробитие 218, УВН 8. В принципе, это вообще очень комфортно. Единственное, что ну, пробитие 218 это в принципе среднее. Ну и голдой под калибры 245. Зная статистов, которые зарядят полностью под калибры full боекомплект и будут просто на голде все разваливать и наслаждаться в принципе танком. Ездит он тоже довольно-таки хорошо, маневренно, быстро, как для тяжелого танка, очень комфортно. В целом танк тупо комфортный, как офигенная СТ-шка. Но при этом у него много ХП, нормальная броня, которая пару раз за бой вас спасет. Но если вы будете танковать, просто высовывая лицо на врага, скорее всего вас даже одноклассники будут убивать. Вы должны на этом танке беречь его. Точно так же, как вы это делаете на среднем танке. Обманывать врага, танковать бортиком, разводить на выстрел. От башни можно поиграть, но опять же нужно двигаться, потому что на башне есть лючок, который пробивается всеми. И он вроде бы не особо большой, но попасть в него несложно. Да и в целом башня отбивает снаряды, ну так, в принципе приемлемо, но можно было бы и лучше. Какие-нибудь танки с пробитием 250 иногда могут вас вокруг пушки пробивать. А те, кто будет стрелять голдой 300+, они будут практически постоянно вокруг маски вас пробивать. Ну и в лючок можно вообще без голды, только в путь. Но это все вакуумные бои. На деле же этот танк очень удобный, и танкуя один выстрел, можно довольно-таки неплохо врагу насувать по 420. В целом у меня на этом танке вышла перезарядка 10 секунд. С альфой 420
играя в топе, можно буквально за пару минут накидать 3 косаря и просто поехать еще дальше, на другой фланг набивать еще урон. Конечно же, уже с десятками пробития даже голдового может иногда не особо хватать, поскольку в этой игре ВБР ваше пробитие может выкрутить в такой минус, что вы просто офигеете. Но в целом, играя с такой альфой и скорострельностью, играть очень приятно и удобно. Этот танк очень сильно мне понравился. Я ненавижу танки 8 уровня, потому что они всегда играют с десятками и постоянно на них дискомфорт. И тупо настроения играть на восьмерках нету. Даже на ебовых прям танках играть не особо-то есть желание. Но на этом танке мне очень понравилось играть. Он очень прикольный, удобный и, ну, в принципе, этот танк я рекомендую. Но все танки, которые ниже, я не знаю, как вы их будете прокачивать. Это, конечно, жуть. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока.